Здравствуйте, меня зовут Андрей Зырьков, и в этом видео мы с вами поговорим о браузере Firefox. Почему именно Firefox я выбрал, чем он удобен, почему в этом браузере, на мой взгляд, наиболее удобнее работать, и рассмотрим его основные настройки, расширения, а также то, для кого и зачем он предназначен. Итак, если вы пользуетесь каким-либо другим браузером, то зайдите на страницу mozilla-russia.org и скачайте данный браузер, нажав на соответствующую кнопку. После установки браузера у вас появится главная начальная страница. Также у вас появится эта тема, которая установлена по умолчанию. На данный момент сейчас последняя версия браузера Mozilla Firefox, 8-я версия. Итак, давайте рассмотрим, почему именно Firefox и почему именно я выбрал этот браузер и как он вам поможет наиболее удобно работать в интернете. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, что браузер Firefox очень быстрый. Например, мне предпочтительно работать именно в этом браузере, так как он очень быстро загружает странички. Например, такие браузеры, как Google Chrome, Internet Explorer, другие, Safari, Opera, они начинают дозагружать картинки. И для меня это не очень комфортно. То есть я, например, люблю, чтобы картинки загружались очень быстро, чтобы картинки сразу же появлялись на моем экране. Второе, это очень удобное расширение. Сейчас во многих браузерах устанавливаются очень многие расширения, но именно в браузере Firefox эти расширения для меня, по крайней мере, очень удобны, чем в других браузерах. И я заметил буквально в течение года, многие браузеры начали именно копировать те расширения, устанавливать в своих браузерах именно те расширения, которые установлены в Mozilla Firefox. Итак, давайте приступаем к настройкам и зайдем в главное меню. Нажимаете на инструменты, нажимаете на настройки и переходим на сами настройки браузера. Итак, во вкладке основные вы можете при запуске Firefox выбрать показывать домашнюю страницу, показывать пустую страницу или показывать окна и вкладки, открытые в прошлый раз. То есть, когда вы закроете браузер и снова его запустите, у вас покажутся те страницы, которые вы пользовались до закрытия браузера. Я здесь выбрал домашнюю страницу Firefox, то есть поиска Google. Вы можете, естественно, выбрать совсем другую страницу, которая вам понадобится. Также на меню загрузки вы можете выбрать путь, куда будут складываться все загружаемые файлы вашего. И также в дополнениях вы можете выбрать дополнение. Но мы с вами об этом поговорим чуть позже. Какие дополнения? На вкладке вы можете выбрать, как будут открываться ссылки, которые вы нажимаете на какой-либо странице. Также вы можете сделать предупреждение при закрытии нескольких вкладок, предупреждать при закрытии окна с несколькими вкладками и так далее. То есть здесь разберетесь. Об этой вкладке настройки Tab Mix Plus мы с вами еще поговорим, когда будем рассматривать сами расширения. Идем дальше. Само содержимое. Firefox очень хорошая защита, поэтому, как и в любом, в принципе, браузере, она помогает блокировать всплывающие окна, автоматически загружать изображение позволяет, если мы здесь, например, уберем галку, то изображения на каких-либо сайтах не будут загружаться. И также использовать JavaScript-ы на страницах, где вы переходите. Также вы можете выбрать шрифт по умолчанию, например, когда вы будете что-то просматривать, какие-то страницы с обычным шрифтом, без стиля, например. Идем далее. Приложения. Здесь расписаны приложения и плагины, которые по умолчанию во многих случаях установлены в браузере. То есть это те плагины, которые позволяют вам просматривать на страницах вашего браузера, например, те же аудиофайлы, аудиозаписи, видеозаписи, а также, например, просматривать PDF-формат в браузере и так далее. Приватность. Как вы понимаете, я думаю, вы знаете, что когда вы открываете какую-либо страницу, переходите по какой-либо ссылке, то ваш браузер, как, впрочем, и любой,
передает ваши личные данные в виде IP, версии вашей операционной системы, тому сайту, куда вы делаете запрос. Так вот, браузер Mozilla Firefox позволяет вам находиться, например, в приватном режиме и не передавать эти данные. Также не сохранять куки сайтов, не запоминать историю загрузок, историю посещений и так далее. То есть работать полностью в автономном и приватном режиме. Далее идем. Защита. Также браузер позволяет предупреждать при попытке веб-сайтов установить дополнения, какие блокируют какие-то сайты, подозреваемые в атаках, также блокировать сайты, подозреваемые в мошенничестве. И об этом вам браузер сообщит, как только он заподозрит эти блокировки, эти подозрительные сайты. Идем дальше. Синхронизация. Вы здесь можете настроить свои закладки, если они у вас есть, с сервером, чтобы ваши закладки сохранялись на сервере. Это очень удобно, например, если вы переходите, то есть работаете через другой компьютер и заходите именно в интернет с другого компьютера, и если вы, например, находитесь в другом городе, вы всегда сможете, зная свой логин и пароль на сервисе Firefox Sync, открыть свои вкладки и комфортно уже работать с этими вкладками. На вкладке дополнительные вы можете настроить дополнительные настройки браузера, то есть всегда использовать клавишу курсора для навигации по страницам и так далее. Здесь много настроек, вы можете всегда их посмотреть. Также можете обозначить, чтобы браузер всегда обновлялся, не напоминал вам это. Также обновлял ваши дополнения и плагины для поисковых систем. Ну и давайте непосредственно перейдем уже к управлению расширениями. Какие здесь, почему именно расширения позволят вам на более удобно и комфортно общаться в интернете, то есть пользоваться различными сайтами и так далее. И давайте сразу пройдем по меню и посмотрим, что можно сделать с самого начала в браузере Firefox. Нажимая на файл, мы можем создать вкладки, новое окно создать, сохранить страницу и так далее. То есть обычно, как в любых других браузерах. Также вы можете править какой-то текст и, например, копировать ту же страницу и какой-то текст копировать. Далее, на вкладке вид вы можете изменять масштаб, то есть все стандартные процедуры, то есть стандартные функции, которые вы можете делать в любом браузере. Здесь это очень удобно, вы можете войти в любой пункт меню и посмотреть, какие здесь есть настройки. Также очень удобно здесь работать с закладками. Здесь открывается отдельное окошко, в котором вы можете отдельно посмотреть, какие закладки у вас есть и их настроить. Здесь очень довольно легко все делается. То есть вы можете перемещать любые закладки куда вам угодно. То есть менять их вид, менять их порядок и так далее. Также вы можете, нажав на импорт и резервирование, импортировать закладки из любого HTML файла или экспортировать те же закладки, которые у вас есть. Идем далее. Инструменты загрузки, я с вами уже говорил, как она настраивается, настройки Sync тоже. И давайте уже перейдем непосредственно к самим расширениям. Для того, чтобы воспользоваться расширениями, перейдем на вкладку «Дополнения». Как видите, у меня здесь уже есть те расширения, которые я себе установил. Сейчас я хотел бы немножко пробежаться по тем расширениям, которые у меня есть, и почему именно они мне позволяют очень хорошо работать. Ну, первое расширение AdBlock Plus. Вы можете здесь нажать на подробнее и ознакомиться с этим расширением. Это расширение позволяет блокировать вам любые сайты, которые, любые элементы на сайте, куда вы переходите. Допустим, не хотите, если вы видеть какую-то рекламу, вы можете заблокировать ее. То есть дать указание браузеру, чтобы он не блокировал. Для чего это нужно? Это нужно, во-первых, для того, чтобы ваша страничка быстрее загружалась. То есть тот сайт, на который вы перешли, быстрее загружался, чтобы не загружались там дополнительные рекламы, дополнительные баннеры и так далее. Также очень удобная функция, мне очень нравится, Firefox App Bookmark Here.
2. Она позволяет делать закладки буквально в один щелчок. Мне очень нравится эта функция. Давайте я перейду на мои закладки. То есть, если, допустим, вот мой блок нажимаем, и вот эта функция, она здесь отражена. То есть, вы можете добавить закладку, например, чтобы она располагалась здесь. Вы можете добавить в каждой папке то же самое, есть эта функция, и добавить здесь. Очень удобная функция. Дальше. BB-код вы можете устанавливать, например, когда пишете комментарии, вы можете нажатием, например, мы войдем сейчас в любую форму, контекстное меню откроем, и вот эта панель BB-кода, то есть, допустим, полужирный, она сразу вставляет BB-код в ту форму, куда вы хотите. Дальше идем. Фэби, она позволяет резервировать вам все настройки и все функции вашего браузера. Тоже очень удобная функция. Следующая. Это Firebug. Она позволяет редактировать странички HTML, какие-то выполнять, то есть редактировать стили на каких-то веб-сайтах. Это очень удобное дополнение, расширение для веб-мастеров. И далее. Вы всегда можете, допустим, поискать какое-либо дополнение. Я здесь прокручу немного. Покажу вам, что я использую, например. Какие дополнения, чтобы вы могли уже ориентироваться и выбрать для себя более подходящее для вас. Также вы можете здесь проверить наличие обновлений этих дополнений. Также вы можете в этом же окне, например, наберем Google. Жмем на вот. И в этом же окне браузер Firefox покажет вам доступное обновление именно по вашему запросу Google. Также вы можете выбрать здесь любое расширение, а можете, если, допустим, что-то не найдете, перейти уже непосредственно на сам сайт установки этих дополнений и выбрать для себя самое подходящее. То есть, что я хотел бы сказать. Данный браузер позволяет очень быстро, очень хорошо, я бы так сказал, работать в интернете, позволяет быстро искать информацию, позволяет быстро работать, позволяет, например, быстро редактировать какие-либо сайты, которые у вас находятся. Это уже функция для веб-мастеров. И вообще я ему очень доволен. На этом все. Я урок заканчиваю. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, что послушали. С вами был Андрей Вельков. Всего доброго.